Всем привет! Смотрите, в каком шикарном месте я нахожусь. Сегодня мы с вами перенесемся во времена Гоголя. И к вашему вниманию представление «Вечера на хуторе близ Диканьки». Звездочки переодеваются. Моя уже переоделась. Где она? Тут очень красиво. Украсили зал. Все ждут гостей. И приятного вам просмотра. Thank you.
Оксанку. Опять Оксана? Сколько раз говорила? Не пора на тебе? Ах, Оксана, Оксана! Неугомонная ты, Оксанка! Куда Макулу спровадила? Обижаешь хлопцев? Ничего! Накануне Рождества. В Рождество сидит босая, не в чем Новый год встречать. Вот несчастная какая. Жаль мне девчину, хоть плачь. Ладно, ладно, не печалься. Понимаю я тебя, я тоже была влюблена. Значит, понимаешь ты меня. Счастье и к тебе придет. Милый твой тебя найдет. Спасибо, Бакула, друг мой. Все хорошо со мной. Ты к Оксане возвращайся, черевички подарю. Я тебя благодарю. Новый год к нам приходи и мороза приводи. До свидания. Добрый путь. Черевички не забудь. Вот Оксана будет рада. Черевички ей достал. Положу их на пенек и прилягу на часок. А к утру ж буду дома слушать милый голосок.
Вау! Я сейчас буду вам говорить что-то, а если это подходит вам, то вы говорите «я». Но будьте внимательны, потому что есть некоторые движения, которые не подходят вам. Вы готовы? Да! А вы слушайте внимательно. Да! Кто любит шоколад? Я! А кто любит мармелад? Я! А кто любит груши? Я! А кто не моет уши? Ох, какие внимательные! А, вот, а кто маме помогает? Я! Ой, а кто пол подметает? Я! Молодцы! А кто посуду моет? Я! А кто чашку разбивает? Ой, совсем молодцы! Молодцы! Вокруг, вокруг! Молодцы, молодцы! Ну, давай, давай, давай! А где, давайте поаплодируем родителям, твою улицу. Раз, два, три. Садитесь. Па-па-па-па-па. Ну, все, открыли. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, я сейчас не попытал. Раз, два, три, да ничего, ты умница. А подарки ты принес? Сейчас мешок я свой возьму и подарки подарю. Нету здесь мешка, здесь под елочкой. Нету? Где живу? Егор с соломкой пробегали, мешок, наверное, взяли. Ну, не нужно огорчаться. Посох, посох! Раз, два, три! Солоку с чёрным нам верни! Вон на дело на меня! Вы зачем мешок украли? Подарки унесли? Ничего я не брала. Я не видела мешка. Я ничего не брал. И мешка я не видал. Только уж вы не врите. Лучше правду говорите. Говорим же, мы не брали и не видели мешка. О, без обмана здесь никак. Говорите, подарков не брали? Не брали. И мешка не видели? Нет. Сейчас я посохом постучу и вас быстро заберчу. Посох, посох, раз, два, три. Солоху с чертом закрутим. Как делают, когда плохие дела, а? Покатим его. Мешок твой, забери. Молодцы. А подарков сколько здесь? Ой, есть. Ты чего не болтай? Ты подарки раздавай. А ты, Солоха, не зевай. Деду Морозу помогай. Видите новогодние подарки? Видите, как Солоха с чертом дали добрый кирилл? Молодцы! 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 Пошли большими! Чтоб не знали мы забот, а мы вернемся через год. С Новым годом вас, друзья!